Всем привет! Сегодня я преступник, а он полицейский. Потому что мы играем в Jailbreak Roblox. Макс будет меня ловить, он будет полицейским. Или с призонером. Кем ты будешь? Кем мы сегодня играем? Мной или тобой, а? Полицейский! Police или prisoner? Полис! И мы сейчас идем. Куда мы идем? Я не знаю, я в это не играл. Вот. Короче, мистер полицейский, у нас есть куча оружия. Можно я переоденусь? Пожалуйста. Ну, конечно, так получше, да. А то не похож был ты на полицейского. Бери пушку, да, побольше. Кепочку возьми тоже. Кепочку? Конечно, вон кепочка. Как же без кепочки? Ты ж в кепочке. А что, волосы видно? Прикинь, через кепку волосы видно. Глюк какой-то в игре. Вау. Это не глюк. А я сейчас... Стою. Он пропал. Там был преступник? Да, и он пропал. Интересно. Так, какие у нас задачи? Что мы делаем здесь? Арестуем преступника. А как мы узнаем, где преступники? Они в желтых рубашках. Ага, вот этот уже арестованный. Так может их не надо, если они уже в полицейском участке? Может их не надо арестовывать? Или надо? Надо. Их уже, наверное, кто-то арестовал и привел туда? В тюрьму. Всех в тюрьму. А что, меня тоже в тюрьму? No. Не надо меня в тюрьму! Я больше так не буду! О, вон, он, видишь, уже стоит руки за спиной. Значит, он уже арестованный. Да. Надо искать таких преступников нормальных. Ну, короче, которые только еще что-то сделали, их еще никто не арестовывал. Они же сами не придут в эту, в участок полицейский. А я все время сам прихожу. Да? Чтобы забирать у полицейских карточку. Ага, то есть ты уже был призонером тут? Да. Нет, возьму машину. Вау. Машину 90-х. Она с мешалками? С мигалками? Да. Enter passenger, enter driver. Конечно, это машина 90-х. А что 90-х? Она моднющая. Просто по-роблоксовски сделана немножко. А джип, чтобы купить 40 тысяч надо? Ничего себе. А у меня вот... Сколько? Ну тут ничего не написано за твою. Вот, полис. Из полисов. 2 Максим. 3500. У тебя 3500, то есть еще тебе надо очень много зарабатывать, чтобы получить... Давай, открывайте. Полицейский джип. И мы погнали. И куда мы едем? Это преступника, машина там была серая. Ага. А куда мы едем? За преступниками. А мы знаем, куда мы за ними едем? Или просто так катаемся? Они могут воровать все везде. Ага, то есть мы ездим. А кто-то может на парации нам сообщить, что... Да, да? Вот там вот будет. Ага. Донат шоп, дан, сауна, не какой-то... Короче, в донат шопе что-то случилось. Да. Ограбление. Мы едем в донат шоп. А где донат шоп? А ну, знаешь, где он? Нет. Эй, ты через дерево проехал. Нам я нужен донат-шоп. Значит, проезжаем. Я знаю, часто в банке что-то происходит. Да, банки они говорят. А, не, в музее. Вот там был музей с хеликоптером наверху. Потому что в музее много всего ценного. В музее можно украсть что-то ценное, в банке можно украсть деньги или золото, бриллианты. А что в донат-шопе украсть можно, а? Донатсы! А покрасть донатсами донат-шоп. А можно из пакета полицейского можно достать донат тоже. Да? Это у него перекус такой? Ай, ты куда? Потому что только на этой дороге банк. Так нам донат-шоп надо, не? Окей, донат-шоп. Ну, короче, мы куда-то едем, мы просто гоняем. У нас Roblox перешел в какой-то этот... Вот еще тут полисмен. Ага. Синяя – это полисмен, синяя надпись – это полисмен. Ну и мигалки – это тоже полисмен. Красная надпись – это... А может, если там полисмен? Там еще полисмены, может, там все случилось? Это, может, там донат-шоп, не? Может. Донатсы! Донатсы! Тут банк. Ага, в банке все нормально, все спят спокойно. А где другие полицейские? Вот там один полицейский, я вижу. Так ты сам это уже... Это полицейский! Ты сам уже преступник, бьешь полицейских. Так, дорога закончилась, дальше пляж. Я припаркуюсь.
Ага, ты прям четко. Так, вышел мистер Макс, полицейский. Куда мы идем? Искать преступника. Не знаю. Преступник, ты где? Ау! Он так не выйдет. Преступник! Не знаю, куда мы едем. Короче, едем, если катаемся. Если видим преступника, тогда... Едем, катаемся по ночному городу. Вон там полицейский, я вижу. Чего ты тут стоишь, полицейский, а? Я поеду на базу. Кто ж так ездит? Ты едешь дальше в участок? Назад? Да. Я в участок. Погнали. Но некоторых не надо арестовывать, потому что они дают 25 монет минус. Ага. То есть, если неправильных людей арестовать, да? Да. Куда ты едешь? А! Что это? Полицейский хочет арестовать полицейского. Короче, какой-то бешеный полицейский он вышел. Похоже, они тоже не знают, куда ехать, и едут за тобой, прикинь, Макс. Они думали, что ты знаешь, куда. Никто ничего не знает. Там Mission in Progress, он что-то написано. Mission Expires там когда-то. Есть какая-то миссия. Только не догоняйте меня, полицейские. Ай, Макс, как кто так ездит? О, наконец-то мы на дороге. В банке что-то случилось. Стартед роббери. А где? В банке? Да. Бегом в банк. Нет, я на базу. А чё не на... А преступников ловить? Потому что в банке я ничего не могу, нигде не могу, только на базе могу. Вот так вот. Вон даже вертолет летает. Это база ваша там, нет? Да. Тут наша база. Чего ж ты деревья сбиваешь? Не туда поехал. Опа! Есть. Короче, мы покатались, приехали обратно на базу. А преступников ловить? Пакуюсь и останавливаем сирену, а то будет всем мешать спать. Ой. Так, и куда мы идем? Идем на базу. И что там делать? Я что-то не понимаю, Макс. Какое-то у нас задание непонятное. Там кто-то банки грабит, а ты приехал на базу, а? О! О, преступник? И что, ты его сейчас арестовывать будешь? Да. Так он уже арестован, он уже здесь задержан. Арест. Нет, не могу. А, он был невиновен, там было написано, что этот чудик был невиноват. 200 кэш. Ты заработал все-таки 200 кэш? Да. Нормально. А это что за чудик? Тоже преступник? Это полицейский. Еще один. А, ну нормально. Короче, не зря мы тут погуляли. 200 кэша заработали. Да. Вот это, короче, работа полицейского. Ловить непонятно кого, и чтобы тебе деньги давали. Чтоб на базе деньги давали. Это у тебя уже 3675. А что пищит? Это сирена. Ага. Кто-то не выключил? Нет, это обычная сирена, типа для преступников Dinner или Time to Bed. Короче, ясно. То есть тут не просто полицейский участок, а еще и тюрьма. Вау, геликоптер. А, там есть еще один участок, только там обычный, без тюрьмы. Понятно. Куда мы идем дальше? Пап. Да. Когда я был призонером, из кармана полицейских доставал карточку. Получалось? Да. Супер. Ну, только один раз или два. И ты тогда что, мог быть как полицейский, да? Если да. С карточкой? Только полицейские меня все время арестовали. О, вон преступник. Вот, да. Его можно арестовать? Арест. Не чё, могу. Не можешь? А что такое, догнать надо, что ли? Ты сбежал, преступник? Йоу, а ну назад. Вот еще один. И что, не екается он, да? Е! Е, 200 кеш, нормально.
В тюрьме. Зачем еще ездить куда-то там по базам, если можно вот ходить ловить? Минус 25 за... Ты его... Короче, вот только что у тебя было минус 25 за то, что ты его арестовал невиновного. То есть тут еще надо понимать... И опять минус 25, Макс. Да. Тебя посадили в тюрьму за то, что ты арестовываешь невиновных. Тебя выпустят через 12 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, значит, 6, я сейчас 5, буду воровать 4, карточку у полиции. 2, 1. Я думаю, что ты будешь... Чё, преступником? Да. Короче, был себе полицейский, ходил, арестовывал невиновных людей и сам стал полицейским. Ты можешь ограбить банк, но о, тебе нужна карточка. Я сейчас карточка. Возьму из кармана карточку. Давай, давай, key card. Давай, есть. Получилось? Получилось! Вау! То есть ты можешь сбежать уже? Да. Короче, ты был бесполезным полицейским, стал преступником, и это же тот же участок, да? Да. Прикол. Поэтому ты тут их арестовываешь, да? Да. Потому что они сбегают. Понятно. Теперь главное, чтобы тебя сейчас никто не арестовал. И уйти отсюда. Ты уже знаешь, куда дорога? Да. Так, а если... Так, ага. А, полицейский! Убегай, убегай, убегай. А машину ты можешь взять? Ну, могу. Только она уже занята. Кто-то ее взял. О, садись! Тебя арестовали! Ой, не стреляйте в безоружного, вы что? Они в тебя стреляли! Press and hold, короче, ты опять в тюрьме. Да. Будешь освобожден через 15 секунд. Короче, дурная такая игра. То ты полицейский, то ты преступник. Тут тебе безоружного стреляют, обалдеть. Так, press and hold behind the... Короче, опять надо тебе карточку у кого-то стырить, да? Это прикол. Надо сбежать, покататься преступником на машине. Да. Most Wanted. Ты еще там не среди Most Wanted? Нет. Я никогда не был там. То есть это надо быть конкретным преступником. Это что да. такое? Это... What's your name and it? Непонятно. Это преступники и друзья. Ага. Что-то болтают там. Time for bed. Hit to yourself. Короче, надо открывать. Надо идти в кровать или быстренько стырить ключи и убежать, да? Я вот так. Быстреньким способом. А как это? Это там. Это преступник выбежал. А ты чё лёг? Я нечаянно лёг. О, полицейский. О, давай. Есть, пистолет. Ты можешь теперь стрелять, что ли? Обалдеть. Ты уже тырил пистолет у кого-то? Да. А стрелять получится? То есть, если тебя хотят арестовать сейчас полицейский... Это не полицейский. Фух. А ты можешь это взять? Нормально. Я не могу переодеться. Не можешь? Но ты хотя бы оружие набрал. Это уже круто. Смотри, у тебя пушка одна, пушка вторая. Супер. Вообще. Такая игруля. Чуть-чуть дурная даже. Ты сел, можешь поработать полицейским в форме преступника. Попрыгать по столам. А нельзя тут им поломать что-то? Напукать? Я им ломаю ноутбуки. Все, они смогут теперь работать? Да. Только на компьютерах. А компьютеры нельзя поломать, да? Так, порасшвыривать все. Ладно, я думаю, нам надо убегать. А то там пишет time to bed. Если ты сейчас не ляжешь спать, тебя арестуют. Но я не могу уже выйти. Да ты что? А, не знаю, спрыгнуть. Вон, а если в ту дверь нельзя было зайти вверх? Какую? А там наверху какая-то есть. Не могу. Ну попробуй. Ой. Что с тобой? А там? Вот эта дверь, да. Не, вот. Только вот эта. То есть тебе нужен ключ, нужна карточка. Да. А для этого тебе нужен полицейский. А если взять, там, не знаю, пострелять в него? Давай, выпустите меня! А попробуй пострелять в полицейских. Что получится? То есть ты застрял тут? Да. А пострелять в дверь? А ну, в дверь. Не получится, я уже пробовал. А ну. Видишь? И что, не открывается теперь? Нет. А ну попробуй еще раз. Выйти. Другим? Ну, и теперь выходи. Не-а.
Нормально. И... Обычно в фильмах как? По замку пострелял и все, я открыл. А тут никак. Вот это да. Выпустите меня! Это полицейский был? Да. Все, мы ушли. Так, но нам все равно нужна карточка. Вот как? А, это преступник. Ага. То есть тебе преступник помог сбежать из полицейского участка? Нет. Нет? То есть да, наверное. Опача, отлично. Или это прогулы? Это все преступники? Да. Это ты во дворе, где они гуляют? Да. Что там? Что это? Кто это? Сирена какая-то. Это? Different, что-то, crime, непонятно. О, открылись двери. Это они все время открыты. И что же нам дальше делать? Иногда там, где решетки, гуляют полицейские. Угу. О, это преступник. А, полицейский! Карточку надо у него взять. Эх, какой ты быстрый. Shift. О, отлично. Давай, догоняем его. Что? Давай. Эй! Парни. Ну нормально. На вертолете хоть бы улетели. Нет! Нельзя было прицепиться к нему. Можно было. Ну, к сожалению, не получилось. Ой. Давайте, впустите меня. Обратно. Там, где я застрял. Я сбегу. Я сбегу самым легким путем. А ну, покажи. Разбить стену. Давай, конечно. Чем мы тут сидим? Бежим разбивать стену? Да. В самом-самом глухом месте. А, вот и крестик даже есть. Это обозначение, что здесь можно взорвать стенку. Ешкой, давай. И... Нормально. А у тебя динамит есть? Все, мы на улице? Да. Обалдеть. Теперь нам нужно что? Машина? Да. Тут на улице есть. В мячике нельзя попрыгать, покататься? Нет. Просто украшение? Да. Так, берем сейчас машину и поехали грабить банк. Да. You know a criminal. Run, hide, rob banks, check out the TT, find other criminals. Don't, что там, не пойму. Наверное, не попадайся в руки полицейским. О, на желтой тачке мы покатаемся. Если бы еще можно было форму полицейскую взять, было бы вообще замечательно. Да. Нас бы никто не нашел. Угу. Так. Но они бы нашли нас по красному значку. Enter passenger, нет. Или по... Драйвер, да. Поехали. Или по желтому значку. Ура! Мы теперь на свободе! Поехали! Что-то чудить. А что мы будем чудить? Не знаю. Мы будем кого-то грабить. А давай поедем на хеликоптере? Давай кого-то ограбим. Мы же преступники. Ну, я не умею грабить, кстати. Только музей умею. Ну, давай хоть музей. А есть что-то ценное? Картина есть Мона Лизы. Есть картины! Кости! Давай, костей наберем мешок. Только там камеры. А, то есть сразу же в полицию придет сообщение? Не сразу, только если ты попадешься на белую штуку. Я еду сейчас в... Куда? Как в музей. Поехали. Интересно, как быстро тебя споймают? Ты быстро стал преступником. А, это такая дорога у тебя? Да. О, тут еще кто-то. Надеюсь, не полицейский? Не полицейский. Желтые тачки – это всегда преступники. Стоп. Там музей назад. Неправильная дорога выбрал? Да. Неправильно. О, да я вижу, там даже рельсы, там поезд ездит. Где музей? Ударить бы эту машину, что она там стоит на дороге? Она ничей. Это уже правильная дорога.
есть парковка. Это уже возле музея? Да. Преступникам не обязательно правильно парковаться. Они могут как угодно ставить машины. Ты сильно правильный преступник. Так, идем в банк. Как нам зайти? Тоже взорвать стену, что ли? Да. Серьезно? Взорвать крышу. Вот это да. Вот, видишь? У-у-у! Подождите меня! То есть кто-то уже там взрывает, да? Да. Ага, вот они, эти белые штуки. То есть пока ты на них не попал, тебя не поймают. Кто-то уже поймался. Ага, а на красные можно попадаться, не? Да, я возьму грэббоун. Ага, мы берем... Грэббоун. Нормально, мы воруем кости. А картины мы можем воровать? Да. Или кости тоже ценные? Ну, уже 2 килограмма. Ты хочешь... Cancel. Cancel. Это рюкзак ты больше мог взять. Цель. Опс, отлично. Вау! Граб, что лазеры! Можно? Джугл, это ж круто! Это же эти, как они, ювелирные изделия. И мы их взяли! Супер! Что тут еще ценного есть? Ювелирочка это хорошо. Какие-то еще ценные вещи надо. Pull lever. Что за lever? Lever. Что-то потяни, что-то откроется, наверное. Пойти. Paycheck 50 cash. Ага. Мы можем набрать 5 килограмм всяких ценностей в музее. Ага! А, винокрасные! Винокрасные нормально. На красные, я думаю, надо. Ну, пока тебя не споймали. Ух! Почти, почти, Макс, супер! Try harder next time. У тебя не получилось. Вау! И что ты? А что? Не понял. Это что, начало игры, что ли? Где тебя выбросило? На Criminal Base, похоже. Короче, из музея ты попал куда-то... В Criminal Base! А это что такое? Это Criminal Base. А, ты сгоришь сейчас, это ж лава. Я просто на других... на краях просто Criminal Base. Ну, короче, все. Я думаю, на этом можно и закончить. Да, отпустили опять! Criminal Base! Ура! А что это? А, это криминальная база в смысле, да? Да. Тут все криминалсы тусуются. Да. Enter Drive. Я, честно, уже думал заканчивать, когда тебя взорвало. Или еще будем продолжать? Продолжать. В музей поедем! Как тебя выбросило, а? Ты не успел вовремя взять, что ли? А ты смотри, уже рассвет. То ты ночью грабил в музее, уже солнышко. Прикольно. Я стараюсь по правильной дороге ехать. По правой полосе? Ты же в Англии живешь, тут по левой ездит. Сбивай его. Ты ж этот, как он, криминал. Криминал. А, то база полицейская. Ты что, не туда ехал? Ну ты даешь, Макс. Там хеликоптер за мной, похоже. Думаешь, он понял, что это преступник? Это преступники там едут. Ага. А вы вообще нормальные жители есть в этом городе? Или есть только преступники и полицейские? Есть только преступники и полицейские. Вот это да. А кто ж тут работает? Никто. Только полицейские. И преступники. Окей, так. Макс, может, мы будем уже заканчивать? Только что-то ограблю. Ну давай, закончи хотя бы одно успешное ограбление, и тогда финиш. Угу. Солнышко. А далеко до музея? Я уже не помню. Уже недалеко. Уже недалеко. Я вот по... Так, быстрому. Быстрее. Ты уже тут весь город этот знаешь? Всю карту? Ну, не всю. Criminal Base я все время ищу. Это ты первый раз в него попал? Ну, в третий. Или в четвертый. Интересно, такие трамплинчики такие. А машину нельзя украсть эту старинную? Нет. Только за мной. Ну, ты паркуешься, Макс, да, ты шо? Четко. Как не преступник, а как полицейский. Выходим. Пошли грабить. А что это? Музей опять. Рюкзак взял для костей? Нет. А мне не надо.
снаряда. Автоматически появляется. Так, дырку. Ага, вот уже все приготовлено, да? Надо только бабах. Где Ешка? Hit to the criminal base to pick up some more items. То есть ты не можешь сейчас взорвать. Тебе надо в criminal base что-то там взять. Взрывчатку, что ли. Прикинь. Ого. Я думаю, что, Макс, на этом надо заканчивать. А, что ты лежишь? Я думаю, на этом можно заканчивать. А в следующий раз мы обязательно что-то там ограбим. Полетаем на вертолете. Что еще сделаем? И превратимся обратно в полицейского. Ограбим банк. Обязательно. А сейчас? Подпишитесь на канал. Подпишись на канал Мистер Макс Плей. Поставь жирный лайк. И всем пока! Всем пока! До новых встреч!